немецкая фирма Эдинг является ведущим единственным производителем маркеров в мире, предлагающим весьма широкий спектр маркеров общего и специального назначения и постоянно ведущий разработки в этом направлении. К примеру, такие блестящие идеи, как ультрафиолетовый маркер, силиконовый маркер, аэрокосмический и многие другие, принадлежат фирме Эдинг. Рассмотрим один из многочисленных маркеров этой фирмы на примере Эдинг 400. Этот маркер является универсальным, предназначен для нанесения постоянных, практически неудаляемых надписей на любые гладкие поверхности. Стильный корпус изготовлен из прочного пластика и оснащен маркер круглым пулевидным наконечником, который позволяет делать тонкие надписи шириной не более 1 мм на мелких и узких предметах. Идеально подходит для работ по металлу, дереву, стеклу, картону, пластику и керамике. Также возможно письмо на ряде других поверхностей, такие как влажное дерево, грязный ржавый металл, пленки, кафель и многих других. Пишущий узел Эдинг 400 изготовлен так, что при письме не требует сильного нажатия на маркер, а нанесенная надпись устойчива к выгоранию и к смыванию водой. Конструкционно еще можно отметить возможность менять наконечник маркера и заправлять чернилами Эдинг Т25, которые практически без запаха, и что немаловажно, состав чернил не разъедает поверхность, на которую они нанесены. Таким образом, пользуясь Эдинг 400, вы будете уверены в надежности и долговечности как надписи, так и самого перманентного маркера.